Социально-психологический проект «Краш-курс» провели в кинотеатре «Ударник» станицы Северской. В мероприятии приняли участие старшеклассники и студенты техникума знания. Ребятам рассказали о безопасности вблизи железной дороги и напомнили о правилах дорожного движения. Медицинский фельдшер научила оказывать доврачебную помощь, а сотрудники спасотряда объяснили первоочередные действия на месте дорожно-транспортного происшествия. Мероприятие «Краш-курс» мне очень понравилось, особенно когда специалисты рассказывали про первую помощь пострадавшим. Было очень познавательно и любопытно послушать. Прослушать важную информацию, которая может спасти чью-то жизнь, собралось около 140 подростков. Организовала мероприятие госавтоинспекция Северского района.